Итак, слепоны женские Зафира сегодня представлены по прекрасной цене. 1199 рублей размера от 37 до 42. Я помню тот день, когда я впервые увидела эту красоту. Это было тоже в рубрике «Мода». И я скажу вам, что Зафира, слепоны женские взорвали наш эфир. И даже несмотря на то, что многие женщины сейчас, Леночка, могут подумать, что еще не сезон, подождите, начнется лето, а вы будете знать, что эту обувь вы приобрели со скидкой на телеканале Shop & Show. Я не совсем согласна с мнением телезрительниц, которые говорят о том, что такую модель они увезут в деревню. Так. Но если вы хотите быть первой модницей на деревне, тогда вам и флаг в руки. Но я могу точно сказать, московские модницы сегодня выбирают такую модель для городских будней. О. В чем особенность этой модели, будем разбираться буквально через одну секунду, но вначале расцветки на выбор. Ух, расцветок тут большое множество. Смотрите, и розовый яркий для вас специально приготовили сегодня мы, слепоны женские Зафира. Успейте записать название, успейте прямо сейчас дозвониться и оформить заказ. Второй цвет черный. Здесь мы видим с вами мультиколор. Мы собрали самые радужные яркие краски. Синий цвет. Я для себя выбрала два цвета. Это синий с бирюзой. Сейчас вы видите синий в морском стиле. Это классика в белую полоску. И классический черный в белую полоску. Леночка, давай я тебе скажу о своем выборе, а ты поделишься с телезрительницами, какую модель ты выбрала для себя. Я выбираю оттенок ярко-розовый, фуксия правильно называется, и вот этот цвет. Я безумно влюблена в все оттенки фиолетового, и мне очень нравится, что здесь в розовом исполнении они присутствуют. Если в вашем гардеробе летом очень много оттенков, сарафаны, топы, блузы, именно фиолетовые оттенки или розовые, эта обувь отлично подойдет. Ну и, конечно же, оттенки бирюзы с синим. Ты какой выбрала? Свет, я, конечно же, я тоже не уступаю тебе. Я забираю тоже яркий цвет. Ну и выбираю, конечно, для себя классический белую полоску, потому что я люблю классические наряды. Ну давай посмотрим, какой цвет выбрала для себя наша модель Танечка, с чем она сочетает наши слепоны Зафира. На Танюше мы видим с вами от бренда Олси. Это второй модный час. Сегодня будет посвящен известному бренду. Стильные брюки, которые вы видите на нашей модели. Ну и, конечно же, слепоны Зафира. С чем еще можно сочетать эти слепоны? Ведь это более спортивная обувь. Можно ли с юбками ты сочетать? Ты знаешь, все-таки это спортшик, я бы сказала. Это та модель, которую мы можем носить как в будни. Мы можем выбрать брючный ансамбль, мы можем выбрать юбку в пол, мы можем выбрать сарафан, мы можем выбрать юбку прямого кроя джинсовую. Так. Мы можем носить такие слепоны с плащами, но только не элегантными. Например, плащ-тренч, который сегодня очень популярен, он укороченный. Мы можем носить такую модель с джинсами. То есть вариантов, с чем и как мы будем сочетать такую модель, у нас предостаточно. Вопросов у наших женщин не возникнет. Но как женщина, которая сталкивается с рядом проблем при выборе обуви, я бы хотела сейчас уделить внимание качеству и составу. Вот именно, нам нужно знать, из чего сделаны эти слепоны, как они будут сидеть на ноге, и вообще подойдут ли они, например, на широкую ножку. Вот у моей мамы широкая нога. Она записалась в центр реабилитации. Может ли она носить туда наши слепоны? Леночка, ты знаешь, вот я для своей мамы, для себя, для моей сестры и для моей дочери выбираю сегодня такую модель. А если у нас нет никаких ограничений рано утром, вы только посмотрите. Вот это да. Невероятная эластичность. Мы видим с вами не только эластичную резиновую подошву, она фактурная. Вы можете свободно щеголять в ней, даже если прошел дождь. Именно такая рифленая подошва защитит вас от скользкой поверхности. Это еще не все. Если вы посмотрите сейчас, наша подошва состоит из таких зубчиков. Они-то и позволяют при движении быть эластичной. Такая подошва никогда не треснет. Это очень важно при выборе обуви. Дальше. Если у вас полноватая ножка, вся наша модель сплошь состоит из эластичной ленты. Они все тянутся. А это значит, что такая обувь подстроится под любую полноту. Посмотри, невероятная эластичность. Такого я еще не видела. Я тоже не видела. Если вы цените приятные материалы, комфортную обувь, выбирайте слепоны женские Зафира прямо сейчас. Цена только сегодня 1199 рублей. Если вы еще никогда не делали покупок на нашем телеканале, начните прямо сейчас со слепонов, пока у нас есть вот такая специальная цена и съемная стелька. Ну что ж, я советую вам выбирать слепоны того размера, который вы носите. Об этом говорит не только удобная
эластичная ткань, здесь еще присутствует и стелька. Очень легко вы можете измерить параметры и длины вашей стопы. Зная это, вы можете позвонить в колл-центр, сказать параметры нашим операторам, и они по размерной российской таблице обуви помогут подобрать вам ваш размер, если у вас возникают секреты. Такую стельку мы можем стирать. Изнутри она пропитана специальными средствами, которые будут позволять ваши ножки чувствовать себя мягко. Вот такой вот удобный мягкий поролончик. Мы видим с вами, что стелька совершенно мягкая, очень удобная. Аленочка, ты только представь, как твоя мама, собираясь в санаторий, будет, во-первых, не только красиво, стильно выглядеть, но еще и будет летать. Посмотри, невероятная мягкость эластичной ленты и подошвы. Прекрасно, и все это по такой прекрасной цене. 1199 рублей. Но, Света, ты сказала, что стельку мы можем стирать. А что делать с самой обуви? Ведь здесь есть белая подошва и яркие цвета. Я удивлю сейчас всю Россию, когда скажу, что такие слепоны мы можем стирать в стиральной машинке. Подожди, как в стиральной машинке? Только представь себе, ты берешь эту модель, ты кладешь ее в стиральную машинку, засыпаешь порошок для цветного белья, включаешь программу, минимум минут 15 будет достаточно для того, чтобы твоя модель была как будто новая, и с нашими красками ничего не случится. Точно они не уплывут, не потеряют свой цвет? Конечно нет. Еще раз повторюсь, что внутри у нас невероятная лайкра, которая не только позволяет подстраиваться под параметры вашей ноги, но и благодаря лайкре эти яркие краски никуда не исчезнут. Ну давайте подведем итог. Сегодня по цене 1199 рублей вы получаете слепоны Зафира, которые легко подстроятся и под вашу ногу, легко войдут в ваш гардероб, при этом подарят массу приятных, комфортных ощущений, еще и комплименты вы получите при этом. И я как стилист могу, Леночка, напомнить, что такие слепоны мы можем носить летом, мы можем носить в качестве сменной обуви уже сейчас. Не нужно ждать, когда солнце пригреет и распустятся цветы. Носите, украшайте себя, поднимайте себе настроение яркими красками слепоны Зафира. Многообразие такой палитры редко можно встретить в магазине. Наши дизайнеры предлагают вам классический морской стиль, как на нашей модели, и выбор Елены Шептуновой сегодня. Я выбираю синий цвет, богато украшенный бирюзовыми, лазурными оттенками. Вот он. Какой бы цвет вы ни выбрали, вы однозначно выбираете комфорт, качество и красоту. Я бы сказала, что это обувь для всей семьи, потому что я могу ее подарить маме на 8 марта, взять себе классический цвет и еще и дочке взять своей студентке, которая учится в университете. Я точно могу приобрести эту обувь для всей семьи, только очень важно, что утром, пока вы делаете заказы, у нас нет ограничений, но в первом модном эфире уже они могут быть. Нас просят, чтобы мы напомнили еще раз вам расцветки. Итак, яркий розовый цвет слепоны Зафира. Он богато украшен палитрой фиолетовых красок, золотых. Следующий цвет черный, синий, синий с белым и черный с белым. Если вы еще не успели дозвониться, дозванивайтесь прямо сейчас и заказывайте слепоны Зафира 1199 рублей.